На страже интересов малого и среднего бизнеса сегодня в столице Чувашии собрались работники прокуратуры со всего Приволжского федерального округа. В Чебоксарах проходит семинар, посвященный исполнению законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. Его организатором выступила Генеральная прокуратура России. Помимо сотрудников ведомства, к диалогу пригласили представителей органов власти, а также уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах Поволжья. Снижение административного давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов – одна из приоритетных задач прокуратуры. В частности, речь идет о пресечении необоснованных проверок. Зачастую выявляются нарушения и при оказании предпринимателям государственных и муниципальных услуг. Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что положение с соблюдением прав субъектов малого и среднего предпринимательства нельзя признать благополучным в полной мере. В процессе создания и развития своего дела люди сталкиваются не только с неурегулированностью многих вопросов, но и противоправными действиями должностных лиц. Только в 2016 году прокурорами в Приволжском федеральном округе выявлено почти 30 тысяч нарушений законодательства в данной сфере. В прошлом году в регионах Приволжского округа по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 6 500 должностных лиц. Что касается Чувашии, то по данным Минэкономразвития Республики, в прошлом году количество проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса снизилось на 40%, во многом благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры. По итогам прошлого года Республика вошла в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по нормативно-правовому регулированию контрольно-надзорной деятельности. С 1 июля прошлого года контролирующие органы размещают сведения о проверках в открытой автоматизированной системе «Единый реестр проверок»,